Привет, мои скауты! С вами Кейбайт, мы продолжаем проходить LEGO Dimensions. Так, а что следующее интересно? Ну да, и Бэтмен тоже интересуется. Окей, такой быстрый диалог у нас. Хорошо, ну что, давайте сразу запрыгивать. Мне, наверное, нечего показать вам, вы уже все видели из моих новых персонажей, я имею в виду. У меня еще есть кое-что распакованное, но еще вам не показанное, но об этом позже. Может быть, если в игре понадобится, то я вам обязательно покажу. Окей. Да ну! Ghostbusters! Офигеть, это охотники за привидениями! Воу! Обещают еще к 30-летию... Новый набор! Где будет их как раз-таки штаб-квартира еще? Уже есть набор с тачкой? Йоу! YouTube меня забанит, но это круто! Это офигенно, серьезно. Да, этого я ждал. Еще Скуби-Ду и Шегги, и все, отлично. Больше мне ничего не нужно. Когда же будут наборчики с ними? Я очень хочу. Здесь, кстати, очень много привидений почему-то. Что-то здесь не так, здесь какой-то хаос. Окей, мы сразу начинаем, нас сразу в игру просто засовывают. Ghostbusters, вызывайте! Иган, Питер, как там их еще звали, я не помню. Ну, в общем, ладно, потом вспомню, я надеюсь, нам покажут. Я просто уже очень давно, нужно было бы пересмотреть. Это повод пересмотреть охотников за привидениями. Окей, здесь что-то есть. О, как я долго этого ждал. Я надеюсь, что вы ждали. Если да, то поддерживайте прохождение. Что-то мы уже добыли. Это телефонная будка? Или что это? А, это рюкзак, наверное, да? То есть рюкзак с ловушкой для привидений. Окей. Сейчас опробуем, если это оно. Ну, скорее всего, да. Просто выглядит как-то очень странно. Окей. Оу. С ним, кстати, будет наборчик. Как он выйдет, обязательно вам его покажу. Но я думаю, что это будет еще совсем не скоро. Ближайший набор, как я уже говорил, в январе. То есть уже в новом году. Воу-воу-воу-воу-воу, офигеть! Вот же они разбушевались! Я не знаю, из-за чего такой большой поток привидений. Давайте что-нибудь поставим. Окей. Фургончик Тайн, я думаю, здесь подойдет. Кстати, давайте... Нет, подождите. Фургончик Тайн, это хорошо. Я хотел улучшить битмобиль. Давайте это с вами сделаем. Да. Я должен поставить или нет? Нет, пока ничего ставить не нужно. Можем здесь получать. У нас пока монет, да, хватает. Ой, еще. Еще чуть-чуть осталось улучшить, и мы сможем... Есть! Открыли. Давайте третью форму. Эй. 10? Ну, в чем дело? А, и 7 блоков? Или что? Окей, у меня этого нет. Ну, тогда мы улучшим... Здесь. Кстати, давайте, наверное, первую модификацию выберем. Она как-то мне больше нравилась все-таки. Да, перестраивать я не буду, так как она у меня осталась. Я во вторую просто не перестраивал. Где? Нужно поставить или нет? Окей, у нас сейчас выбрано... Вау! С Джокером! Здесь можно выбирать цвета различные. Окей, я хочу на это посмотреть. Что здесь? Скин есть. Бэтмен 60-х годов. Такой именно цветной. Я хотел Джокера. Верните Джокера. Это был очень крутой скин. Это был безумно крутой скин. Это уже цвета идут. Даже можно... Вау. Буст выбирать. Я хочу... Верните Джокера. Я вас умоляю. Хочу Джокера. Вот, отлично. Джокерский цвет подойдет. Вот здесь он выбирается. Замечательно. Просто очень круто. Да. Ну-ка, вау. Это Джокер-мобиль, как из Batman Arkham Knight. Круто, погнали. Воу, у нас получилось, все в порядке. А вот и наши друзья. Это коп-призрак с
А, ну ладно. За ними! Вперед, 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 вперед! Не будем. А что? Я заехал в катсцену или я что-то нажал специально для катсцены? Боже мой, в городе действительно какой-то хаос. Я надеюсь, нам кто-нибудь объяснит, что здесь происходит. О, просто ужас. Посмотрите, сколько тачек. Ох, вы злобные привидения, я вам сейчас задам. Так, давайте с этим разберемся. Окей. Так, здесь есть... Не знаю, кого первого выбрать. Давайте дикарку. Уйди от меня, злобное привидение. Чувак здесь что-то готовит. Так, окей. Я надеюсь, эта музыка... Нет, скорее всего, она авторская. Ну, ладно. Окей. Желтая панелька. Хорошо, мы ее добыли. Я теперь понял, какова наша цель. Нам нужно добыть три блока. Ну, я имею в виду три ножки разных цветов. Хорошо, сейчас это сделаем. Я думаю, это быстро. Здесь, наверное, еще одно, да? Да, синее. Музычка, это здорово, но, наверное, придется ее немножко приглушить. Что еще здесь есть? Вау, посмотрите, что это за штука. Оу. Черт, она еще... Да, нам вредит. Здесь много деталей. Я не знаю, рады ли вы, потому что это охотники за привидениями, черт возьми. Это же очень круто, ребят. Я надеюсь, что вы так же рады, так же вы счастливы, как и я. Я еще жду очень Скуби-Ду и Шегги, ну я имею в виду мир Скуби-Ду. И это будет просто... Просто оттас, это будет очень круто. Я надеюсь, что это будет совсем скоро, посмотрим. Воу, что-то очень долго, да, мы доставали эту штуку. Из ада, наверное, я боюсь туда прыгать. Так, а здесь несколько камней даже. Это... Стоп, даже вообще этого камня нет. Нам нужно, наверное, его найти или что-то вроде этого. Окей, давайте поищем. Снова мои предположения, что где-то здесь, скорее всего. Потому что здесь как-то пустовато. Согласитесь, здесь... Вот здесь особенно, вот. Где-то, где-то, где-то здесь я и говорил. Посмотрим, что теперь нам принесет портал. Из другого измерения, ну-ка. Это я, честно говоря, даже не знаю откуда. Мне стыдно, я не знаю. Напишите в комментариях, если вы в курсе. Потому что я не в курсе из какой-то вселенной даже. Так, дикарка, конечно. Раз, два и три. Это орган, но... Откуда? Флиппер и лопака, черт возьми, я не знаю. Но сейчас, видимо, опять будет everything. Everything is awesome. Вот что происходит? Это не колонка? А что это такое? Хорошо, здесь нужно собрать цвета. Так, а камня-то у нас нет. Вот в чем проблема. Где камень-то взять? Я бы с удовольствием окрасил. Давайте искать детали, потому что камня у меня нет. Вот здесь, скорее всего, да? Так, хорошо, иди сюда, Гэндальф, друг мой. На заднем плане просто музыка отлично подобрана. Мое почтение создателям игры, они действительно очень круто поработали. Но, скорее всего, ее придется приглушить. Такая спокойная, такая классная. Уйди, пожалуйста, Кен. Не скидывай меня. Большое тебе спасибо, старичок. О, Бетс, ты правильно залезал. Иди сюда, иди сюда. Мой мальчик маленький, молодец. Что это такое? А. Вау. Круто, мы чертовы черепашки. А, я должен-то сдвинуть. Давай, 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 давай. Стоп, куда? Вот. Угу. А, мы просто не открыли красный. Вот почему не было камня. Вот теперь, когда мы... Да, все, теперь доступно, отлично. Выбираем, что, какой? Какой цвет? Зеленый. Зеленого у нас нет, но мы его сделаем обязательно. Мы уже помним, как это делается. Давайте, так, Гэндальф. Ну, как раз-таки у нас сейчас все удобно сделано, поэтому мы сделаем зеленый цвет. Это синий и желтый. Шикарно. Дальше мы Гэндальфа, пожалуй, переставим сюда. И дикарку в красный. Все просто. Бэмс. Замечательно. Да, все. Идеально. Согласитесь, это круто. Очень жду вот именно этого уровня, что будет дальше. Очень интересно посмотреть. И встретиться с охотниками, естественно. О, черт, так это их саундтрек. Да, вот это то, что я хотел. Офигенно. Ну что, погнали дальше. Нам нужно садиться на Бэтмобиль. На наш Джокер-мобиль, извиняюсь. Вот он стоит, красавчик. Ну согласитесь, он выглядит вообще очень круто. Мне нравится, что можно красить транспорт, это здорово. Вот.
чего нам не хватало в Лего-играх? Это разные кастомизации. Так, нам сюда или нет? Вау! Что здесь происходит? Они по всему городу тут гоняются. Что? Ой, это же взрыв... Это мы же взрывать можем, да? Точно, вспомнил. Ладно, неплохо. Я хотел, правда, перепрыгнуть. Ой, я могу переехать? Так, нам, по идее, куда-то сюда. Вот-вот-вот-вот. Сейчас взорвемся, я хотел успеть. И было бы, знаете, как круто. Взрыв в воздухе, это было бы здорово. Вау. Неплохо. Вот это ножище, я бы сказал. Окей. Так, нам куда? Нам сюда, да. Вау, сколько монет, посмотрите-ка. Офигеть, мы станем богачами, ребята. Сколько здесь монет. Вау. Мы можем дрифтить здесь. Вот это я понимаю. Еще огромнейший портал. Это из-за Лего Муви, конечно. Это копы. Копы там совсем недобрые. И знаете что? У меня, наверное, есть для вас кое-какой подарочек. Вау. Неплохо мы их завалили. Они по нам стреляют? Ну хорошо, тогда мы вызовем его друга. Их друга, точнее. Так, у меня кое-что есть для этого. Черт, коп! Этого вы не ожидали. Копы из Лего Муви, почему бы нам не вызвать копов из Лего Муви? Здесь у нас полицейская тачка, и она безумно крутая. Я обязательно ее покажу на втором канале. Она мне очень понравилась, серьезно. Сейчас мы ее вызовем. Она мало того, что, наверное, будет круто выглядеть в игре, мы сейчас... Ну, пока да. Да-да-да, если она будет очень быстрая, то это здорово. Но в жизни она очень классная. Ну-ка, вы посмотрите, какая она крутая. Вау. Дай проехать. Мы теперь тоже копы, ну что? Ну вот, я по-моему постреляю. Лазер, а? А? Вы на кого напали? Я ваш командир. Эй, ребят, смотрите, что здесь за логотип. Octane Energy. И помните, откуда это? Опять же, из Лего Муви. И, по-моему, моя теория по поводу мультивселенной такой, где все эти вселенные, которые были в Лего играх, они собраны. И кажется, это так и есть. Потому что в мире охотников за привидениями есть Octane Energy, которая была в Лего Муви. Интересная теория. Можно даже сделать отдельное видео по этому и попробовать что-то донайти, раскопать. Ну, а пока мы попрыгаем за дикарку. Давай. Покажи нам, что там дальше. По идее, мы должны сверху напасть на эту летающую тачку. О, здесь камень. Хорошо. А, это камень порталов. Ладно. Один здесь. Вот здесь бы пригодился, наверное, Эммит. Он с этой штукой, да, может справиться. Ну что, давай тогда на фиолетовый попробуем. Что там у нас? Что вообще нужно? Нет, не на этот, извиняюсь, я не этот имел в виду. Так, а если вот сюда? Гэндальф, ты... Так, да, все верно. Здесь просто рычаг. Неплохо. Это несложно, по-моему. Так, теперь главное правильно переместиться. И сделаем это сюда. Эй, коп, ты чего? Нет, не сюда. Тогда вот сюда. Столько порталов, и здесь нужен Гэндальф. Черт возьми. Как раз его и убили. Извините, копы, я от вас сматываю. О, привет, дикарка, ты меня тут ждешь, да? Спасибо большое. О, что, не так вас поймали, да? О, божечки. И зачем это было делать, согласитесь, странно. Вокруг этой штуки облетать. Черт, генерал Зод! Нас... Это Иган. Так, на заметочку, это враг... Супермена. Офигеть. Генерал Зод, вот кого я действительно не ожидал. Хе-хе-хе.
Попадем? Да, мы его сбили одним батарангом. Это даже довольно странно. Это штаб-квартира? По-моему, нет. Да, это их штаб-квартира. Вау, это я круто попал сюда. О, правда, здесь все признаки разрушают. Ну ладно, мы сейчас с этим справимся. Ну а мне очень нравится. Музыка. Йоу. Дикарка, ты где? Давай попробуем, что здесь можно сделать. Так, поставим-ка ее сюда. Воу. Мы пока уберем все тачки и уберем, наверное, копа. Я просто хотел вам показать, он классный. Что это за штучка? Вау, лазер. Мы спустимся на этаж ниже. Зачем нам на этаж ниже? Какие же здесь классные саундтреки. Поздравляю, мы в подвале очень быстро. Хотя мы могли пройти, по идее, да, наверх. Там же был, ну, где призраки сломали как раз-таки, можно было допрыгнуть. Здесь нужен Бэтмен. Чем-то мне этот уровень, вот именно этот подвал напоминает Бэтмен. Лего Бэтмен Free Beyond Gotham. Там нечто подобное было. Хорошо. Здесь у нас много камней, и давайте, наверное, с ними разбираться. Сначала стихии, я вижу, где нам их использовать. Поэтому пока выберу именно их. Землю, почему бы и нет? Бэтмен, земляной Бэтс. Так. Вращаем, и что это такое? Это... Ой, я не попадал, да? Потом... Ой, я... что такое? Вот так, и это дерево с какими-то тыквочками. Вообще такого ни разу не видел. По идее, эту штуку нужно задвинуть. Благодарю. Включается питание, наверное. Теперь, здесь нам нужен камень размеров. Все, спасибо на этом, наверное. Пока ты нам не нужен. Увеличимся, пожалуй. Бэтс. Оп. Я огромный Бэтмен. И сюда, наверное, да? Угу. Теперь, наверное, уменьшаемся. Йоу. Просто, я не знаю, слышите ли вы сейчас. Я убрал, наверное, саундтрек, но он просто великолепен. Что есть, то есть. Охотники за привидениями радуют. А, ну нужно реальный размер. Так, а с этим проблема. Ой-ой-ой-ой-ой. Что за микросхема? Такого раньше не было. Давайте посмотрим. Здесь нужен Гэндальф. Да, такого... А, это просто... Это как раз цвет... Я просто как-то, да, не додумался, что это цвета. Необычно в микросхему. Снова колоночка. Тостер, да? Это тостер. Бесцветная. Почему-то платформа. И... Там платформа будет. Нет, тут только детали. А, мы можем покрасить. Теперь желтое. Нам нужно найти синее. Готово. Только здесь небольшие проблемы. Боже мой, сколько здесь призраков. Но самое приятное, что они, знаете, какие-то веселые. Они какие-то добрые. Ну, не знаю, нет, они, конечно, совсем не добрые. И поэтому охотники за привидениями с ними борются. Но, не знаю, это все как-то мило. Давайте возьмем пока стихии. Я не могу найти третий камень. А, вот красный, он уже нам доступен. То есть остался только один. И это камень... синий, черный хотел сказать. Нам нужна вода. Давайте ее возьмем. Эй. Аватар. Это уже не Гэндальф, это уже аватар. Вау, сколько монет, монет. И больше монет, больше монет. Ну все, пойдемте окрашивать. Какие там цвета нужны? Красный, желтый и синий. Хорошо. Красный, желтый и синий. Я запомнил. Угу. Не совсем я запомнил. Так, красный это у нас Бэтс. Так, нужно еще их вот так расставить. Где Бэтс? Главное не зацепить. Хорошо.
По-моему, желтая это как раз таки дикарка. И Гэндальф синий. Все просто. Здесь не нужно почему-то перекрашивать. Хотя мне нравилось, что нужно цвета смешивать. Это заставляет немножко еще подумать. Окей. Мы их отпугнули просто. Так, нам нужно наверх подняться. Да, давайте сюда. Я думаю, сейчас будет катсцена или что-то вроде этого. Нет, еще уровень. Еще рано до катсцены. И, кстати, уровень не такой уж и большой. Вот раньше уровни, вот почему-то в середине уровни были такие, знаете, долгие. Так, где же... Вот здесь, мне кажется, что может быть. Нет, вот здесь. Вот здесь, да, точно, где-то здесь. Смотрите, сколько пустого места. Очень много. Где-то здесь он должен находиться. Ну, и где же? Да уйдите, пожалуйста, так. Пошел вон. Тихо, Гэндальф, ты чего расстрелялся, дружище? Эй, странно, что нет портала. Хотя, ну пойти, вот может, а вот. Да, здесь смотрите, как удобно. Из стены может вылезти. Не мешай мне, коп, не мешай. Лучше не трогай меня. Уходи. Это, знаете, двойной диванчик Эммета. Это, знаете, как яма в Gravity Falls была. Бесконечная. Нам, наверное, нужна дикарка лучше всего. Она, знаете, такая более продвинутая в этой всей гимнастике. А, ну мы здесь и были в начале же. Да что такое, захватись. Я хочу, чтобы она схватилась, но она... Так. Вот. Замечательно, началась катсцена, и мы посмотрим, что здесь подготовил для нас генерал Зод. Да так что? Вау. Ну да. Можно и сказать, что... Ну, хотя по силам они ничем не отличаются Суперменом. Ой-ой-ой-ой, да ты что, никто перед тобой склоняться не будет. Мы сейчас тебя победим. Правда же, ребята, генерал Зод. Наш главный босс на этом уровне. Как-то мы особо и не встретились с охотниками за привидениями, но это их уровень, и это круто. Снова Octon Energy. Я вообще что-то сделал или... Или что? А, вот, теперь... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, он должен по ней был. Эй, тише, тише. Там же не запланировано. А, нет. Валим, валим, валим. Что здесь? Что это такое? Нет, туда я падать не хочу. Я бы позвал Супермена, но, к сожалению, у меня пока его еще нет. Этот наборчик выйдет позднее. Окей, вроде что-то получилось. Я как-то долго мучился с этим Зодом. Не знаю, у меня ничего не выходило, но вроде он встрял. О, черт, он вылез, ребята, и это плохо, потому что у него есть лазер из глаз. Для нас это плохо. Попробуем еще раз покрутить. Тише, тише, Зод, не переживай. Так, Бэтс, 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 быстрей. Ты же знаешь хорошо Супермена, давай. Ты сможешь победить этого Зода, он вообще простак. О, ребята! Наконец-то, я вас и ждал. Вот я думал, что они вообще уже не придут, но они пришли. Сделаем его! Ghostbusters! Это офигенный уровень! Я не знаю, я столько эмоций получаю! Просто невероятное количество! О, как же это круто! Вау, что-то происходит! Камень! Мы должны убрать... Бэтс, вставай, вставай! Здесь нужен... Стихии, неплохо, стихии нам подойдут. Что нужно-то? Может быть огонь? Может быть вода? Я, пожалуй, возьму огонь. Сейчас мы эту штуку взорвем. Может быть... Ой, или меня взорвут.
Может, Зода взорвать? Зод! Нет, ему все равно. Это явно не тот чувак. Ха-ха-ха, попался, дружок. Давай я тебя немножко охлажу. Давай, давай, огоньку. По-моему, это будет больно. Вода с электричеством, это реально больно. Я так и думал, но... Это жестоко же, ребята, это жестоко. Ауч, говоришь. Где ты вообще? Так, нам нужен огонь, это точно. Сразу же. Генерал Зод? О, он, да он сейчас должен был... Вы представляете, в газу еще их поджечь, это ужас какой-то. Чертов крематорий устроили мы. Куда понес? А ну верни. Давайте сейчас его взорвем. Блин, он успел. Детали? Так, ладно. Быстренько. Мы справимся. Здесь нужны растения или что? Да. Пастус. Почему они на уровне назад в будущее не включили музычку? На весь уровень. Конечно, это пришлось бы убирать, но согласитесь, как же это круто. Я вам советую поиграть в LEGO Dimensions. Это правда замечательная игра. Мы победили. Это было как-то просто для Зода, согласитесь. Один Супермен там с ним боролся. Вау, сколько криптонита. Ой-ой-ой-ой-ой. Концовка 10 из 10. Прощайте, охотники. Надеюсь, с вами еще увидимся. Воу, согласитесь, это здорово. Я надеюсь, что вам понравилось так же, как и мне. Возможно, было много эмоций, но вы уж меня простите, правда, уровень очень понравился. Ставьте лайки, если вам тоже очень было круто посмотреть все это. Мне было бы очень круто все это проходить. Также оставляйте в комментариях, что мне добавить, какие наборчики распаковать и показать вам их в игре, как они работают в игре и так далее. Также заходите на второй канал, там распаковки и тому подобное. И подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропустить новые серии LEGO Dimensions. Всем спасибо, всем пока!